На железнодорожном переезде в Краснодарском крае поезд на Москву столкнулся с комбайном. Пассажирский состав ехал из Сухума. Вы можете видеть первые кадры с места необычного происшествия из-за ДТП. Более чем на час задерживаются несколько поездов, в том числе составы из Москвы в Анапу и Адлер. Чудесная авария произошла около 5 утра по московскому времени на станции Вадимовка. В настоящее время железнодорожники пытаются восстановить график движения поездов, а полицейские выясняют, откуда на пути федерального экспресса взялась сельхозтехника. Сейчас мы попробуем связаться с представителем краевого МВД и получить комментарий по этому удивительному случаю. Итак, у нас на прямой связи по телефону заместитель начальника пресс-службы Главного управления МВД по Краснодарскому краю Элеонора Зайкина. Элеонора, здравствуйте. Уже известно, как комбайн оказался на рельсах и почему не смог избежать столкновения с поездом? По предварительным данным, водитель комбайна выехал под запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде, где и допустил столкновение с пассажирским поездом «Сухуми-Москва». В результате столкновения никто не пострадал. После совершения ДТП 26-летний водитель комбайна скрылся с места происшествия, однако через некоторое время вернулся. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП. Движение через железнодорожный переезд по автомобильной дороге восстановлено, а вот поезд ожидает смены локомотива. Спасибо, Элеонора. На прямой связи со студией по телефону была представитель пресс-службы Краснодарского МВД Элеонора Зайкина.